Но сейчас самое главное. Вы знаете, этот человек сейчас уехал, но когда он смотрел Гран-при, именно смотр, на него настолько произвели впечатление наши участники, он сказал: скажите, сколько нужно денег, чтобы были минимум 3 гран-при, 2 золота, 2 серебра, 2 бронзы. Я ему сказал, он сразу сказал все. Фамилия его Виктор Олевский. Это очень большой наш друг. Я хочу, он уже, его нет сейчас, надо его поприветствовать. Поэтому у нас будет в этом году 3 гран-при. 3 гран-при, потому что по количеству... И первый раз гран-при у нас получит наконец-то мальчик. Вот, потому что это, я считаю, это просто было несправедливо. Поэтому для вручения гран-при я хочу пригласить на сцену мецената, почетного нашего друга Михайловского театра, того человека, который полностью сделал и оплатил все призы, которые сейчас получают наши участники, за исключением вот этих дополнительных. Это великий человек Ташиха Такашаки. Нашего друга, нашего питерского величайшего танцовщика, народного артиста СССР, нет, России, да, Игоря Зеленского. А один гран-при вручит мой сын, Михаил Кеплан. Можно я назову то, кто, значит, получил их? Итак. Начну с мальчика, можно? Ладно, уже девочки так прям, с мальчиком. Итак, Красноярск, Юрий Кудрявцев. Анастасия Лукина, Санкт-Петербург. Когда мы сидели с Николаем Цискоридзе, он сказал, что даже... По-моему, он сказал, в 20 лет Светлана Захарова так и танцевала. Анна Невзорова, Москва! Ну, собственно, вот и все. Вам счастливого плавания в нашем тяжелом балетном мире. И я надеюсь очень, что вы, это ваше начало счастливого пути. Спасибо большое, вы лучшие. Спасибо. Теперь самое главное. Вы знаете, что произошло последнее, какое главное событие у нас в Петербурге? И я уверен, что вы думаете об одном, а я скажу о другом. Дело в том, что Борис Яковлевич Эйфман, великий человек, великий хореограф, собственно, на сцене этого театра в 72 году он поставил свой дипломный спектакль. Может быть, вы не знаете об этом, но я должен вам сказать. И он открыл свою академию. И первый номер нашего гран-при, спец, скажем так, ну это вы видели, это маленькие дети, они вообще ни разу не выходили на сцену. И Борис Яковлевич согласился, я его уговорил, чтобы он обязательно поучаствовал в нашем смотре. Я ему невероятно благодарен, я хочу его первым пригласить на эту сцену и вручить ему первому наш обязательно грант.
Да. Пожалуйста, Борис Акчепна. Престижном фестивале, не забывайте, нам всего 2 месяца. Мы очень старались и будем стараться в дальнейшем быть достойным этого фестиваля. Спасибо всем. Сейчас я хочу пригласить Академию русского балета имени Вагановой, художественного руководителя Алтынай Алсанмуратову и исполняющего обязанности ректора Николая Цискоридзе. Татьяна Удаленкова. Спасибо вам большое. Это ваша заслуга прежде всего.